Добрый день, дорогие друзья! Занять детей летом – тема этого видеоразмышления. Сегодня у моих внуков последний день летнего лагеря, и когда я их спрашиваю, вы довольны, вам нравится, они говорят нет. Что-то им там не нравится, кроме еды, хотя еду привозят хорошую, приготовленную даже в ресторане. Но занимать детей надо круглый год, а не только летом. Школьная программа, она не у всех стран совершенна. А вот государство не ставит целей для своего будущего через заботу о детях. То есть та забота поверхностная, которая сегодня оказывается в России детям, она действительно не отвечает интересам долгосрочным государства. И хотел бы сказать о том, что сегодня нету в стране, в России, пятилеток, нету какого-то определенного, да, образовательного минимума, максимума, нету бесплатного образования полного, полной бесплатной медицины, бесплатного спорта, бесплатных летних лагерей. Всего этого нету. Но это все было в Советском Союзе. Я сам неоднократно был в пионерских лагерях. Я знаю, что такое спортивные лагеря, пионерские лагеря. Это забота государства. Я прошел через это. И сегодня мне не нужно, чтобы кто-то мне говорил о том, как плохо было тогда, как хорошо сегодня. Нет, я сам все это хорошо знаю. Сегодня многие родители выживают. У них кредиты, у них ипотеки, огромные нагрузки по ЖКХ, еда стоит много денег, подорожал транспорт, отдых очень дорогой. И хочу сказать о том, что сегодня в России более половины семей не имеют отцов, то есть семьи разведенные. И тогда дети испытывают бедность не только духовную, но еще и материальную. Потому что алименты платят мало и платят не все отцы. Хотел бы сказать о том, что каникулы в 90 дней – это огромная проблема. Это проблема для детей, для государства, для родителей, а также для бабушек и дедушек. По-нормальному детям достаточно 45 дней летнего отдыха. А все остальное время необходимо учиться. Хотел бы сказать еще о том, что не все дедушки и бабушки за счет своей низкой пенсии имеют возможность принять внуков на 2-3 месяца в летнее время. И также хотел бы сказать о том, что есть физический шаг, он равняется 45 дням, при котором теряется интерес к учебе, спорту, музыке, живописи и так далее. Поэтому сократить летние каникулы сегодня просто необходимо. Теперь следующее. Что же надо делать сегодня? Родители должны объединяться сами в родительские группы и проводить летом лагеря с детьми, с палатками, а также среди родителей есть те, кто мог бы тренировать детей бесплатно, на волонтерской основе. Хотел бы также сказать о том, что изучение иностранного языка, да, походы к речке, к озеру, это все также могут осуществлять родительские комитеты и группы. В Советском Союзе было 43 тысячи пионерских лагерей крупного размера. В каждом пионерском лагере не одна сотня людей, детей отдыхала. И отдыхало 10 миллионов детей за лето. В России сегодня 43 тысячи лагерей, если это правда, конечно, и 5 миллионов детей охвачено в этих лагерях, но они все платные. Режим дня, правильные занятия, улучшающие здоровье, духовное развитие, умственное развитие детей, учеба, при которой
предметы, которые трудно давались детям, они наверстываются в летнее время. Развитие иностранного языка в летнее время – это также важно. Размышляя о том, что чем надо занять детей летом, мы должны понимать о том, что родители ограничены в своих возможностях, и они нуждаются в заботе государства. Поразмышляйте вы об этом, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.